Межрегиональный этап национальной премии «Бизнес-успех» прошел в Иксе. Предприниматели Нижегородской области получили золотые домкраты и путевку на финал премии в Москву. Победителями 91-го открытого межрегионального этапа в Иксе стали Галина Беляева. Она победила в номинации «Лучший созидательный проект». Алексей Лапшин победил в номинации «Лучший экспортный проект». Федор Калашник взял номинацию «Лучший молодежный проект». Екатерина Родионова победила в номинации «Лучший женский проект». Валентин Жулин победил в номинации «ЗОЖ». По результатам итогового СМС-голосования Кирилл Мурзин был признан народным предпринимателем. Организаторами форума выступает Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата России. С 2011 года в поддержку национальной премии «Бизнес-успех» было проведено 90 межрегиональных форумов, которые объединили почти 60 тысяч предпринимателей и представителей различных уровней власти. Призовой фонд премии составляет более 60 миллионов рублей.